Бывшего заместителя директора Одесского колледжа, здание которого сгорело в декабре на Троицкой, взяли под стражу без права внесения залога. Мужчина долгое время скрывался от следствия. Его подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей, а также имущественный ущерб в особо крупном размере. Таким образом, в деле о пожаре в доме Асвадурова уже четверо подозреваемых.